Возвращаемся в студию новостей и короткий информационный обзор. Клинчанин установил национальный рекорд в становой тяге. Пауэрлифтеры СК «Химик» в эти выходные выступили на открытом кубке Московской области. Андрей Янковский занял первое место в становой тяге среди юношей 15-19 лет. Иван Арсентьев взял золото в народном жиме в открытой возрастной группе. При этом стал абсолютным чемпионом Московской области. Клинский малиновый звон прозвучал на всю область. В Можайске прошел межрайонный конкурс «Минута славы». В концерте-состязании приняли участие команды Можайского, Волоколамского, Клинского, Нарофоминского и Русского районов. Клинчане одержали победу с большим преимуществом. Руководил нашей командой Валерий Пустовалов. Медики подвели итоги акции «Знай свое артериальное давление». Сегодня такой возможностью воспользовались больше полусотни клинчан. Врачи не только измеряли давление, но и давали консультации и записывали на бесплатное обследование в Центре здоровья. Все желающие также смогли проверить загазованность своих легких и получить рекомендации.